Всем привет, ребята! Сегодня у меня на обзоре такой смартфон, как Samsung Galaxy A30s. Это продолжение нашумевшего смартфона Galaxy A30. И сегодня мы рассмотрим плюсы данного смартфона. Они есть, они существенные, и вы должны о них знать. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Первый плюс, ребята, это процессор или производительность. На борту у нас собственный процессор Exynos 7904. Восьмиядерный, 2 ядра плюс 6. 2 ядра Cortex-A73 1.8 и 6 ядер Cortex-A53 1.6. Он у нас 64-битный, 14-нанометровый. Графический ускоритель установлен Mali-G71MP2. И все, ребята, это великолепие в Antutu набирает 120 тысяч баллов. Это очень хороший результат. Так получилось, что я играю только в две самые производительные игры. Это PUBG Mobile и World of Tanks. По поводу World of Tanks, скажу так. На средних настройках данный телефон вытягивает данную игру вообще на ура. Никаких лагов, подлагиваний в ней нету, даже в тяжелых баталиях. А вот по поводу PUBG Mobile, конечно же, ребята, на низких настройках. Да, в эту игру можно играть спокойно. Повторюсь, на низких настройках в эту игру можно играть спокойно. Потому что если мы поставим на средние настройки, это возможно сделать. Но вы, ребята, не ощутите радости данной игры. Потому что появляются уже артефакты, появляются какие-то подлагивания. И в тяжелых баталиях вообще, можно сказать, ужасно все становится. Но все же, если вы используете данный телефон в повседневной жизни, вообще никаких лагов, подлагиваний, ничего тут нету, благо тут установлен Android 10 и так далее. Собственная оболочка, которая недавно обновилась, и этот телефон показывает себя только с наилучшей стороны. В средние игры, то есть среднепроизводительные игры, вы не испытываете вообще никакого дискомфорта. Все летает, можно сказать. Второй плюс данного смартфона — это экран. Размер экрана 6,4 дюйма. Разрешение экрана 720 на 1560 точек. Технология экрана AMOLED 268 ppi, соотношение сторон 19.5:9. По поводу рамок. Справа, слева, сверху рамки практически, ребята, отсутствуют. Есть небольшой подбородок снизу, но там нету никакого логотипа компании. И это большой плюс. Также у нас имеется фронтальная камера в форме капельки. Она не бросается в глаза, она никак вам вообще не мешает во время использования данным смартфоном. Углы обзора у данного смартфона на высоте. Никаких белений, никаких синений, ничего нету, когда вы, можно сказать, меняете угол наклона данного смартфона. И это большой плюс, ведь действительно компания Samsung установила в данный смартфон очень качественную матрицу. За такую сумму, ребята, в данный момент вам ни один производитель не может предоставить AMOLED-экран с такими сочными, яркими цветами, как компания Samsung. И это действительно так. Да, некоторые люди не любят AMOLED-экран, потому что он портит ваше зрение, предпочитают IPS, но все же, ребята, AMOLED-экран есть, он заслуживает внимания, тем более тут есть темная тема, которая экономит вашу аккумуляторную батарею. Это очень большой плюс. Благо в данном смартфоне есть множество настроек, где вы экран можете настроить под себя. То есть не нравятся вам кислотные цвета, можете естественные настроить. Это очень хорошо, что Samsung подумала о потребителе. Единственный минус данного экрана — это разрешение 720 на 1560 точек при размере экрана 6,4 дюйма. Но что хочу сказать, ребята, во время просмотра видео
фильмов данное разрешение вообще не ощущается. Можно сказать Full HD+. Действительно, это так. Это заслуга компании Samsung. В играх, да, есть свои нюансы. Уже разрешение вы видите. Но все же этот минус есть, и о нем стоит рассказать. Но так экран мне очень сильно понравился. Третий плюс данного смартфона – это основная камера, которая представлена тремя сенсорами. Главный сенсор на 25 мегапиксель, f1.7, угол 78 градусов. Вспомогательный датчик 8-мегапиксельный, f2.2, 13 мм, угол 123 градуса. И последний 5-мегапиксельный f2.2. То есть у нас вспомогательные датчики, широкоугольный датчик и датчик глубины. Также имеется встроенная вспышка, автоматическая фокусировка и запись видео можно снимать в Full HD. Что хочу сказать по поводу камеры. Действительно, камера очень хорошая у данного смартфона. Если, ребята, вы снимаете в солнечную погоду, данная камера вытягивает все на ура. Цвета сочные и яркие, никаких вообще проблем, шумов вы тут не увидите. То есть данная камера в солнечную погоду вообще показывает себя на отлично. Также хочу сказать, что если вы зайдете в слабо освещенное помещение, тоже данная камера вытягивает там все на ура. Да, конечно, если вы снимаете данной камерой уже прямо в темноте, появляются шумы и так далее. Но все же данная камера очень хорошо себя показала. По поводу видео. Конечно, тут не стоит ждать флагманских решений. То есть видео снимает Full HD, никакого плюса нету, но видео достаточно неплохое. Конечно, вы должны понимать, что тут нету 4К, что вы не сможете, например, снимать качественные видеоролики для YouTube или так далее, но все же она есть, она снимает достаточно неплохо. Конечно же, в темное время суток данная камера снимает очень посредственно. Фронтальная камера у нас установлена на 16 мегапиксель, диафрагма f2.0 и максимальное разрешение видео 1920x1080, то есть Full HD. То же самое, что и основная камера. И четвертый плюс данного смартфона – это аккумуляторная батарея, которая тут на 4000 мАч. Час. Время работы в интернете. 13 часов, ребята. Время воспроизведения видео. 21 час. Время воспроизведения аудио. Трое суток. И это очень хороший результат. Действительно, ребята, если вы используете данный смартфон в среднем режиме, двое суток он вытягивает на ура. Ничего ему не страшно, ребята. Чуть-чуть посидеть в интернете, поиграть в игры, позвонить, двое суток он вытягивает на ура. Если вы используете данный смартфон просто а-ля бабушкин фон, вы, можно сказать, трое или четверо суток проработаете с данным смартфоном. И это действительно так. Он долгожитель, ребята, и компании Samsung удалось действительно сделать очень сбалансированный телефон, который предоставляет максимум возможностей за небольшие деньги. Но, ребята, хочу заметить, если вы с утра до вечера играете в игры, сидите в интернете, звоните и так далее, то данный телефон также выдерживает эти сутки. То есть с утра до вечера он выдерживает. И это восхитительно, ребята. Ну и последний плюс, что хочу заметить, это, конечно же, конструкция. Что я имею в виду? В данном смартфоне есть аудиовыход джек 3,5 мм. Это очень большой плюс, ребята. У каждого, можно сказать, дома лежат проводные наушники. И данный телефон, можно сказать, имеет эту функцию, это очень хорошо. Не знаю, как производители экономят тот доллар, но все же в данный момент, в 2020 году, производители убирают 3,5 джек и просто делают акцент на беспроводные наушники. Но не компания Samsung в данном смартфоне. Он тут есть, это большой плюс. Также в данном смартфоне есть USB Type-C. То есть подключение к смартфону происходит любой стороной. Также тут есть NFC. Да, ребята, бесконтактные платежи в данном смартфоне есть. И для некоторых людей это очень важный
пункт. Также тут есть лоток для сим-карт, который не совмещен. Это очень большой плюс также, потому что у меня данный смартфон 3.32. Забить 32 гигабайта, ребята, в наше время на раз-два можно. И у каждого сейчас потребителя есть два оператора. То есть вставляем две сим-карты, и куда нам вставить флешку? А некуда. А так, ребята, мы вставляем два оператора и нашу флешку. И это очень-очень добротный плюс. Давайте подведем итог. Действительно, у компании Samsung получилось сделать очень качественное продолжение линейки Galaxy A30. Да, ребята, если вам стоит выбрать один из данных смартфонов Galaxy A30 или A30s, большой разницы, действительно, ребята, вы не увидите. Но все же данный телефон заслуживает внимания, тем более тут есть сканер отпечатков пальцев, который работает не очень. В следующем видео я расскажу, в чем проблема. Но данный телефон получился производительный, экран на высшем уровне, фотовозможности хорошие, аккумуляторная батарея идеальная, и все это великолепие, можно сказать, воплотили в очень прекрасном корпусе. Ну что же, с вами был канал Техноум. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.